Всем привет, дорогие друзья, и хорошего вам настроения. С вами Рэй, мы продолжаем играть черепашки-ниндзя-легенды. Так, начнем с задания. Открыть колоду, но я уже это сделал, поэтому забираем награды. Поднять уровень персонажа. Так, давай-ка мы с тобой пройдем, наверное, серию испытаний. Кстати, нам нужно пройти всего лишь два испытания и получим с вами колоду. И плюс награды за сундуки. Так что... я думаю, стоит приступить. Опачки, смотри-ка, у Лео и у Рафаэля и у Зека очень мало здоровья. Так, здесь нужно быть очень аккуратным. Так, я все-таки, наверное, возьму Бакстера Стокмана вместо Донателло. Или же... нет, я все-таки возьму Бакстера. Думал взять Донателло, а потом передумал в последнюю секунду. Ладно, друзья мои, самое главное нам отхилиться. Начну я, наверное, с Бакстера. Хотя, подожди-ка. Если мы сейчас подлечимся... да, я думаю, это будет оптимальный вариант. И нам нужно ушатать именно Бакстера Стокмана. Так, заглушить получится его? Отлично. Так, теперь, наверное, проникающий сделаем удар. Замечательно. Так, ну что, остается у нас тут клан Футовец и... у нас кролик здесь, да? Маузер. Давай-ка мы его забомбим. Да ё-моё. Ну, конечно же. А, отхил сделал себе. Ну, это не страшно. Ну, да ладно, Майки не смог добить его. Переходим с тобой на вторую волну. И здесь у нас, ага, Крис Брэдфорд, Бибоп и Рокстеди. Начнем, наверное, с Криса. Ой-ой-ой, а чё так слабо? Ну-ка, давай-ка мы усилим атаку нашим бойцам. И теперь будем наказывать. Давай вторым ударом. Да, сносим Криса. Теперь выпускаем, наверное, волну с вами. Опачки. Так, сейчас будет ходить Бибопчик. Но я думаю, что он не успеет это сделать. Мы его сейчас ушатаем. А теперь надо браться за Рокстеди. Постепенный урон. Да, именно он их подбил. Отлично. Друзья мои, на 3 звездочки все как полагается. У нас еще один в бой впереди. Это будет Крэнк. Сейчас мы его наколбасим. Подожди-ка. Нет, босс у нас будет вот здесь вот. Значит, еще два боя. Понятно, ну я думаю, что мы здесь справимся. Зачем я так сделал, а? Вот это я сейчас тупанул. Ребят, я не добрал к себе в команду пятого бойца. Я вроде бы нажал, но он почему-то не отметился. Ладно, будем надеяться, что здесь мы пройдем и вчетвером. Хотя это рискованно на самом деле. Так, что он делает? Оскорбление, да? Провокация, значит, повесилась. Так, Ванюша, хорош тут дурковать. Блин, свою гранату пустил. Постепенный урон, это плохо. Но я думаю, Лео все-таки справится с этим делом. Ну-ка, Усаги, накажи ты его, не получается. Так, Лео добивает. И мы с тобой переходим на вторую волну. А там у нас Паукус, я вижу. И Зек. Угу. Причем все сейчас будут ходить. Ладно, начнем с Зека. Теперь, я думаю, надо поставить уклонение, чтобы они по нам не попали. Так, давай, наверное, сделаем... добьем Зека. Ну, еще удар, пожалуйста, отлично. Теперь берем Паукуса в расход. Ну-ка, добьем, да. Ну, а остальное, в принципе, ребят, будет на изи. Крэнги, училка и... стрелозад, это для нас ерунда. Ну что ты делаешь, а? Получи ответку. Кстати, у нас провокация здесь стоит. Надо этого шитика завалить. Так, теперь добьем, наверное. Давай училку все-таки возьмем в расход. Отлично. Так, теперь добиваем ее. И остается здесь маленький... маленький-маленький Крэнк. Все, ребята. Ну а теперь... как ты понимаешь, у нас действительно последний бой, где будет сам Крэнк. Так, у нас с тобой не будет уклонения, к сожалению, пока. Но зато будет полностью хилочка. Так, выбираем. Раз, два, три, четыре. И берем, наверное, все-таки... да, именно Бакстера Стокмана. Ну что ж, друзья, давайте попробуем. Блин, без уклонения, конечно, рискованно сюда идти. Так, Хан. Начнем, наверное, с него. Ой, Майки, как ты слабо бьешь, а? Так, начинается.
Опачки. Тихо, тихо, хорош тут. Усаги мне бомбить. Так, нужно срочно подлечиться. Во-первых, сделаем баф на укрепление, на усиление. А во-вторых, нужно будет отхиляться. Давай, Лео, отжигай. Отлично. Так, теперь, наверное, попробуем добомбить все-таки Хана. Отлично. И клан футовцы. Ну, а дальше, сам понимаешь, будет Крэнк. Блин, все равно здоровья маловато, да? Я просто знаю старого бродягу Крэнга. Он всегда бомбит по тем, у кого меньше всего здоровья. Сейчас проверим мою теорию. Ну что же, мы пришли на станцию, естественно, бежим. И сейчас тут будет этот злобный Крэнг в своей робомашине. Так, потирает лапки, как всегда. Опять я, ребят, забыл поставить на X1 скорость. Хотел посмотреть, послушать, как здесь все это звучит. Ух, ну что, вертушку, я думаю, не стоит здесь делать. Будем просто бомбить. Ой, что это так слабо-то ударили. Теперь намного лучше. Опа-на! Друзья мои, вы сами прекрасно видите, сколько здоровья у наших бойцов осталось. Нам срочно нужно отхиляться. И в этом деле нам должен помочь, в принципе, Майки. Так, возьму на всякий случай провокацию на Рафаэля, да? Потому что, сам понимаешь, опасно. Так, теперь хиляемся. Ну вот, все окей. Давай бомбанем ракетой. Так, и теперь давай вот этот вот удар с тобой применим. Удар Ронина. Так, тихо, тихо, тихо. И добивочный. Все, друзья мои, Крэнк повержен. Вылазит из последних сил и падает вновь. Ну, а мы с вами сейчас, естественно, будем забирать награды и смотреть, что нам отсюда выпадет. Так, начинается у нас, как обычно, с колоды. Давай-ка покажем, посмотрим, точнее, что у нас тут будет. Собрать ДНК из другого измерения. Поехали. Донателло классический, 2 ДНК. Рафаэль классика тоже, 3 ДНК. Донателло классика, 2 ДНК. И Леонардо классика, 3 ДНК. То есть все черепашки нам выпали с вами. И 440 сюриков. Так, а теперь смотрим, что у нас выпадет в сундуках. Поехали с самого простого. Угу. Сыр, сфера. Так, тигриный коготь нам выпал. Бакстер Муха, Донателло. Давай дальше смотреть. Так, ну пока я вижу, всякие плюшки нам выпадают. Мутагеноид, Рокзар, Рафаэль фильм, вот это уже хорошо. Так, Макмен. И все, да? Теперь этот открываем, и у нас выпадает Донателло классика. Здесь тоже Донателло классика и Майки классика. Тут оригиналы. Лео, Лео и Рафаэль. То есть 4 ДНК на Лео, ну, на Лео оригинала мы получили, да? И 2 ДНК на Рафаэля. Ну и здесь, ребята, нам выпадает Леонардо и Донателло оригиналы. Слушайте, ну я думаю, неплохо. Неплохо сегодня мы тут получили с вами наград. Забираем здесь реворд. Так, поднять уровень персонажа и сразиться в боях. Кстати, друзья мои, насчет боев. Я все-таки нафармил себе нужное количество ДНК, а нужно было 2 штуки. Правда, мне для этого потребовалось 3 дня. Никак не хотело выпадать мне, но все-таки выбил. Так что, ребята, давайте его поднимать. Да, Шреддер у меня получает 5-ю золотую звезду, и открывается у него новая способность — последний удар. Так, Шреддер подпрыгивает в воздух и устремляется на врага со всей мощью. Увеличивает силу атаки на 25%. Замечательно. Можно будет его прокачать, да? Но это будет чуть-чуть попозже. Так, но это еще не все, друзья мои. Это еще не все. У нас еще один персонаж готов получить повышение. Но для этого нам нужно зайти в магазин. Так, зайдем сюда. И смотри, у нас, короче, выбор. Либо мы будем с тобой улучшать Бибопа в костюме кролика, либо Донателло видение. Вот загвоздка в чем. Но я все-таки, друзья мои, думаю, что надо будет Бибопа кролика, потому что на него тяжело найти ДНК только в этом магазине, а на Донателло видение можно все-таки нафармить. Есть у нас определенные испытания, где он дается. Так что давайте сделаем
Вот так вот. Отлично. Так, и хотелось бы посмотреть, насколько круто. Ну, ребят, смотрите, он получает у нас четвертую серебряную звезду. Поехали. 5000 мутагена. И мы его развиваем. Замечательно. Так, у него новая способность — розовый кролик. Бибоп обожает свой новый наряд и не дает никому испортить себе жизнь. В начале хода можно с вероятностью 5% получить свойство иммунитет на 2 хода. Отлично. А причем заметили, да, у него вместо гранат, ребята, здесь какие-то, я не знаю, новогодние шарики, что ли, типа того. В общем, я очень рад. Эти персонажи очень долго и медленно качаются и развиваются, поэтому приятно, когда у тебя одни из сложных персонажей начинают потихоньку-потихоньку получать повышение. Ну что же, а мы с вами отправляемся на турнирную арену. В данный момент я нахожусь в Лиге Сёгунов, хотя был я в Лиге Самураев, но меня постоянно сбрасывают. И сейчас я нахожусь на 21 ранге. А, кстати, у нас еще с вами монеток, оказывается, 102 штуки, поэтому тоже зайдем в магазин, но это будет чуть-чуть попозже, да, и докупим ДНК. Так, ну что, будем выбирать. Ну, я думаю, наверное, возьмем. Кто это у нас? Крызюсю. Короче, вот так вот. Потому что непонятно. Крызусек. Вот так вот. И 62 уровень, я вижу, здесь у нашего противника есть. Начнем тогда мы с вами с 60-х. Ну, естественно, много здесь, конечно, мы не поиграем на арене, потому что бойцов у меня будет мало. И сегодня у нас будет еще испытание. По-моему, сплинтер, если я не ошибаюсь. Он мне, конечно же, не нужен, но все равно приятно будет немножко с ним подраться. Так, а ну-ка я сделаю вот таким вот образом. Да, друзья мои, наш противник был повержен. Ну, а мы с вами переходим на следующий бой и смотрим, кстати, куда мы перепрыгнем. Была 21 позиция и становится 10-я. Слушай, получается, один бой мы с тобой делаем и уже будем в Лиге Мастеров. Да, было у меня, конечно, в планах попасть в Лигу Мастеров 2 звезды на этой неделе. Но вот, друзья мои, почему-то сомневаюсь, что я успею. Потому что сегодня короткий выходной у меня, да? Завтра я опять выхожу на работу. 2 ночные смены, а вы сами понимаете, что послезавтра уже будет понедельник. А, ну я постараюсь как-нибудь хотя бы приблизиться, может быть. Так, что-то у нас тут слабо вышло, ну-ка давай бросаем кунаи. Сплинтер упал. Я надеюсь, змея карай все-таки добьет их всех. Нет. Рокстеди выжил, но это ненадолго. Паукус его добил. Друзья мои, отлично идем. Я думаю, что сейчас мы уже перейдем все-таки в Лигу Мастеров. Но перейти — это одно дело. Нужно еще укрепиться. Где-то 50-я позиция. Смотри, 100-е место у нас с тобой. И нужно как минимум 5 боев. Но вот в этом как раз вся и проблема. Сделать эти 5 боев. Так, давай-ка мы возьмем с тобой, наверное, Димку. Опачки. А у нас с тобой, да-да-да-да-да, у нас закончились откаты. Подожди-ка секунду, а как они закончились? Я что, не выполнил все задания? Точно. Надо же было выполнить задание. Так, короче, мы с тобой сейчас сражаемся в боях. Потом поднимаем уровень персонажу и так далее, и тому подобное. Так, начнем опять же с Донателло. Чего нам не хватает? Нам не хватает дофига чего. Так, может быть, прокачать по кругу до 6-й ступени. Нам нужно 10 ящиков с инструментами. Давай начнем. Опачки. Не дали в первый раз. Так, тут у нас хорошо. И здесь отлично. 2 ящика есть, остается еще 8. Раз, 2, так, 3, 4, ага, 5, и еще 3 последних. Раз, 2 и 3. Все, с ящиками мы разобрались. Но нам нужно еще с тобой 6 ячеек крэнгов. У нас, по-моему, задание уже выполнено. Да, друзья мои, будем искать уже в следующий раз, потому что я не хочу порталы свои тратить просто так. Поднимаем с собой уровень персонажа. Так, у нас 16, почти 17 тысяч мутагена. И я думаю, что стоит... дальше мне прокачивать Рокзара. Хватит ли?
не хватает чуть-чуть. Жаль. Тогда сделаем с тобой. Давай Криса Брэдфорда. Поднимем 73 уровень. Нормуль. Так, забираем остатки роскоши. Ну и продолжаем, конечно же, нашу турнирочку. Так, у нас 5 откатов. Давай сразу зайдем в магазин, наверное, да? Чтобы не забыть. Так, здесь мы с тобой копим. Да, на Рафаэль оригинал. Забираем. То есть остается всего лишь 7 ДНК на него найти, и он у нас прокачается. Блин, а вот эти вот как-то, да, классика очень тяжело, ребята, у нас с вами прокачивается, очень тяжело. Ну да ничего, всему свое время. Ну а мы продолжаем, поехали. Так, сотое место у нас, как вы понимаете, да, и давай выбирать. Тут, я думаю, возьмем, наверное, Эстебана. Так, Лео, возвращайся, 67-64. Мы можем, конечно, сделать немножко хитрее, но последние разы, когда я играл за кадром, да, тоже на арене, я брал по 2 бойца слабеньких. И бывали такие моменты, что мы просто фейлились из-за того, что не успевали их добить. Они переключались на моих слабых персонажей и разносили их. Ну, слава богу, здесь у нас с тобой все получилось. Как ты видишь, мы уничтожаем этого и добиваем Бибопа. Здесь все отлично, здесь не придраться. Ну, понимаешь, у них инициатива все-таки крутая. Здесь Леонардо чего один стоит. А вот попробуй-ка без Лео сыграть, сразу будут неприятности. И мы с тобой попадаем на 90 место. То есть за один бой мы перепрыгиваем с тобой 10 ступенек. Это в среднем. Так, ну что у нас тут? Никитка есть, да? Есть Нурканат и Рази. По уровню слабым получается у нас Никита. Так что давай, наверное, будем брать его. Вот здесь можно, кстати, взять, наверное, все-таки двух слабых бойцов. Хотя, опять же, рискованно, потому что есть массовая атака у кроликов. 64 уровень против 51. Но они, в принципе, должны выжить. Единственное, что, конечно, у нас с тобой не получится хорошо отхилиться. Кирби не такой уж сильный хиллер, как хотелось бы. Оу, что-то не так, друзья мои. Так, берем срочно провокацию с вами. Начинается. Вот этого я и боялся. Массовая атака. Так, эти выживают, гаврики. Да ё-моё, я совсем забыл, что у этого, у Рокула есть тоже массовая атака. Слава богу, мои ребята здесь выжили. Давай-ка мы, наверное, с тобой бомбанем. Это просто спасение было. Я удивлен, что Джастин и Кирби выстояли две суперские атаки от, извините меня, 64-го и 67-го уровня. Они у меня 51-го. Это что-то невероятное. Да, ребята, повезло очень крупно. Так, ну что же, 80-е место у нас. И я думаю, еще где-то боя 2 мы с тобой сыграем здесь. Так, выберем послабже кого-нибудь. Это будет, наверное, скорее всего, у нас Джон. Лео, возвращаем. Берем с тобой Зека Донателло. Так, я думаю, даже Бакстера можно сюда взять. И одного слабенького. Это будет Хан. Так, опять у них кролики. Помните, раньше я говорил, что-то я не замечал, чтобы у врагов были кролики. И на тебе, их стали всовывать практически в каждый бой. Так, ну что, делаем вертушку. Я думаю, этого будет достаточно, хотя вряд ли. Ну, естественно, Донателло выживает. Пробить мы его не сможем. Оу, Хан. Малорик, не ожидал я тебе, что ты сможешь его все-таки завалить. ГЦ, как говорится. Ну, а мы с тобой должны попасть на 70-е место, по идее. Отлично, так, и значит продолжаем. Джошуа, Чарли и Нонейм. Ну, я смотрю, что тут Чарли у нас слабее всех. Ну что же, давай, наверное, отыграем последний бой с тобой. И будем уже переходить на, как говорится, испытания. Ну-кася, так, у нас здесь Донателло. Ну, в принципе, ничего сложного здесь нету. Начнем, как обычно, с уклонения. Надо просто оберегать нам Бибопа с тобой, и все. Главное, чтобы по нему не сделали удар, а то он может упасть. Так, постепенный урон на всех, кроме Карайки, да, упал. Я думаю, этого будет достаточно. Все, Лео сейчас сделает свое дело. Да, друзья мои,
идеально, мы прошли здесь все. И попадаем с тобой на 50-е место, по-моему, или какое там, 60-е у нас будет. Ага, 60-е должно быть. А, даже 59-е дали. Ну вот. Один откатик у нас с тобой сохраняется. Плюс 500 долларов скоро будет. Я смогу опять купить себе телепорты. Ну, а мы идем на испытание. Ну и, как ты видишь, у нас будет битва за учителя Сплинтера. Ну что ж, давай посмотрим. Или же, подожди секунду, или же нам все-таки сюда зайти. Давай мы посмотрим, каких нам дадут персонажей. Да, не густо, ребята, не густо. Так, 73-й, 77-й. Так, а здесь у нас все черепашки. Да, с ними-то тут, конечно, воевать это опасно. Но я попробую. Вот таким, ребят, составом я не буду брать тигра, потому что больше чем уверен, что его сразу завалят. Здесь три волны. Нам хотя бы одно испытание пройти было бы уже неплохо. Так, начнем потихоньку разбирать. Давай, Рокзарчик. Так, понеслась. Добили. Так, дронов этих уничтожаем. Три волны, да? Значит, на первых, скорее всего, будут у нас вот эти вот дроны. На второй уже пойдут черепашки. И на третьей, конечно же, вся имба. Смотрим, что здесь. Опа, все черепашки фильм. Ну-ка, получите бомбочку от зэка. Я не знаю, стоит ли нам вставать в провокацию. Думаю, пока что не стоит. Надо уничтожать нам, по идее, Микеланджело. Потому что он хиллер. Давай-ка вот так вот проникающим в живот. Отлично. Так, здесь добьем теперь Лео. Рафаэля попробуем ушатать. Не вышло. Ну, сам видишь, да? Кто-то из подписчиков, кстати, спрашивал, что такое замедление. Я, ребят, объясняю. Когда на противнике или на тебе стоит вот такой значок, который означает замедление, то есть ты медленно наполняешь шкалу действий. Вот эта вот шкала, когда она заполняется полностью, да, вот, например, как у Рокзара. Вот он сейчас делает ход свой. Так вот, при замедлении эта шкала накапливается в два раза меньше. Точнее, в два раза медленнее. Вот что такое замедление. Надеюсь, понятно всем, да? Так, теперь остается Донателло. Я думаю, наверное, мы поставим с тобой просто дополнительную защиту. Так, и будем уже пробивать его. Так, что он сейчас делает? Ага, массовую атаку. Ну, в принципе, это не страшно, мы его уничтожаем. Оу, Рокзар, а что так слабо? Крис, хорош, ё-моё. Офигеть. Ребята, у нас третья волна. Блин. А вот тут уже не до шуточек, на самом деле. Тут Леонардо, тут Майки. Так, попробуем, наверное, сделать волну для начала. Теперь бросим бомбочку. Так, Рафаэль, конечно же, контрит. Надо уничтожить Майки в первую очередь. Так, потом, конечно же, Рафаэля, чтобы не было провокации. Ну и Донателло, как говорится, напоследок. Да, друзья мои, мы прошли с вами четырьмя персонажами. Причем идеальненько, и мы с тобой получаем награды. Ну, я думаю, что на следующий бой суваться лучше не стоит. Да, потому что здесь будут уже 80-е уровни. Ну, а у меня, как говорится, немножко не хватает силенок моим бойцам. Ладно, еще Рокзар, он 77-й, как-нибудь, может быть, исправился. Но Крис Брэдфорд 73-го уровня, это вообще полное дно. Так что, ребята, откладываем это все дело и идем за Сплинтером. О, я здесь-то как красиво. Ты посмотри, какая сочная команда. Все черепашки против учителя. Ну что ж, докуда мы сегодня дойдем, интересно мне знать. Все эпизоды, конечно, вряд ли мы пройдем, но хотелось бы как можно больше, да, проскочить. Так, первый бой идеальный. Микеланджело, как говорится, уничтожил Сплинтера, и мы с тобой переходим дальше. Естественно, при этом прихватив ДНК именно на крысу, даже две ДНК. Так, эпизод второй. Сколько их вообще здесь? 6. Поехали. Нет, ну если бы у меня, например, Рафаэль, да, и, грубо говоря, кто еще? Донателло были бы сотого уровня. Мне кажется, мы бы смогли полностью это испытание с собой пройти. От корочки до корочки. Так, ага. Добиваем, наверное, скорее всего. Да, друзья мои.
Ну что же, получаем еще две ДНК. Эх, жалко, что спринтер у меня прокачан. Так было бы приятно получать эти ДНК. Да, для того, чтобы его прапать. Переходим с тобой на третий эпизод. А здесь уже уровень 60-й нам показывают. Ну что же. Ну хорош. Да. Вот если бы так бы было бы у меня в игре, да, чтобы спринтер вешал вот столько всяких бафов, дебафов, точнее, не дебафов, а просто бафов, это было бы приятно, а он, видишь, только по одному рандомно выставляет. Ну-ка, Лео, пробьешь ты его? Да, не помогло ему. Ребята, его, как говорится, мастерство. И мы с вами переходим на следующий бой. Где-то, наверное, еще боя 3 мы с тобой сможем одолеть. Это максимальное, что я могу позволить себе. 70-й уровень. Ну что, Сплинтер, мне нравится здесь одно, что он один, без всяких грибов или еще кого-нибудь. Так, а вот это было подлинно. Он взял и заблокировал способности моему Майке. Ну-ка, пробивной удар. Да, большую часть хп сразу снес Лео, молодец. Так, естественно, он делает бафы на себя. И ускорение, и что только он там не повесил. И защиту, и отхил, и усиленную атаку. А мы с тобой усиленную защиту просто влепим на всех, и все. Ой-ой-ой-ой, опасный удар. Да, друзья мои, это очень опасный удар. Так, промахнулся. Мы можем, конечно, с тобой хильнуться. Я думаю, это лучше всего сделать. Смотри, какая у него инициатива. Просто бомбит и бомбит, а. Вот неугомонный. Так, возьму я, наверное, все-таки здесь провокацию. Вот так вот. Хоть у нас и пониженная атака, главное, что он будет отвечать. Блин, Донателло, конечно, не хотелось бы подставлять под Сплинтера. Смотри, что творит, а. Он всем понижает атаку. Кого не ткнет. Вот чепушило. Так, блокирует способности нашему Рафаэлю. Так, ну что, давай попробуем все-таки его пробить. Тут Майки, молодец. Вот видишь, как тяжело с ним бороться, с этим Сплинтером. У него инициатива, плюс у него контратака есть. Он все время контрит, так же, как наш Рафаэль. Ну что же, а мы с тобой переходим на 5-й эпизод. Уровень уже 80-й, то есть, сам понимаешь, да, обстановочка накаляется. Сила у него будет просто бешеная, особенно под бафами. Мы с тобой вешаем уклонение для начала и попробуем начать. Пробивной. О, видишь как? Видишь как, смотри, и сейчас будет бафаться, ё-моё. Блин, опять же, свою комбинацию. Вот теперь попробуй его пробить. С этим отхилом, с этой защитой. Ой, друзья, мы не знаем. Сейчас тоже попробуем пробафаться с вами хорошенько. Ох, ё-парас, это что творит, а? Попробуем, друзья мои. Вообще, смотри, мы его просто не можем пробить. Жесть, это люто. А ну-ка так сделаем. Опа, неплохо. Лео очень хорошо сделал. Так, блокирую способность кому? Рафаэлю, даже не получилось у него заблокировать. Отлично, но он себе, смотри, сколько восстанавливает здоровье. Так, подожди, у нас есть с тобой шанс. Пока бафы спали у него. Постепенный урон. Так, теперь у нас нет двойной атаки. Попробуем тогда вот этой вот. Надо было, наверное, хильнуться лучше. Окей. Так, ну что тут? Тут, наверное, придется сюрики бросить. Ага. Ответочка. Лео, сможешь добить его? Я боюсь, сейчас он будет бафаться. Есть, ребята. Его уничтожил наш постепенный урон, который мы с вами успели наложить. Ну что же, а мы переходим с вами на последний бой. И я больше чем уверен, что это будет трэш. 4 ДНК, ты прикинь? Вот это да. Тут будет 90 уровень. Ох, это будет битва, конечно, еще та. Слушай, а может вместо Донателло нам взять железноголового? У него все-таки есть провокации и бомбы. Нет, не будем. Не будем пока ничего менять. И я просто боюсь представить, что сейчас будет. Без потерь, наверное, не обойдется. Ого! Вот это он вжарил, ребят. С удара практически смог снести Майки. Мог бы и добить, конечно. Ну что, хиляться, я думаю, пока не будем. Да что ж ты будешь делать-то, а? Возьмем... Нет, не возьмем, давай лучше усилим команду на атаку. Так, теперь сделаем защиту дополнительную. Ай-яй-яй, боюсь, сейчас он, наверное, уничтожит. Хотя, если мы с тобой хильнемся.
Так, естественно, естественно, он вешает на себя тоже бафы. Но, как ты видишь, у него сейчас чего-то не хватает. А не хватает скорости. Да, друзья мои, сейчас он идет без ускорения. Так, отлично, Лео. Блин, за майки я переживаю. Давай-ка мы все-таки возьмем с тобой, наверное, провокацию. Вот так вот. Блин, горелый. Ребята, сейчас, по-моему, потеряем майки. Да. К сожалению, мы его потеряли. Мне просто, просто пришлось сделать удар, а ты сам... Ох, ты посмотри, ты че, смотри, что вытворяет, а, жучара. Нифига у тебя ударчики, сплинтер. Сейчас кому-то конец, да? Офигеть. Да ну, завязывай давай, парень. Донни, добей его, пожалуйста. Нет, не выходит. Блин, еще и понизил. Еще и опять бафается, а? О, друзья мои, ну-ка попробуем так сделать. Да, мы прошли с тобой вот это вот все испытание от курочки до курочки. Но ты сам видел, какие у нас были потери. Колоссальные. Двух черепашек у нас завалили, к сожалению. Я одного не понял, почему, конечно, Рафаэль упал так быстро. Даже Донателло и то держался до последнего. А Рафика что-то быстро расписали. Видимо, у него была провокация, и он постоянно его бомбил. Но, тем не менее, я могу поздравить нас. С первого эпизода до последнего мы прошли. И теперь я вроде бы вспоминаю, что мы все-таки с тобой проходили испытание «Учитель Сплинтер». И где-то вот такой же результат у нас с тобой был. Но, тем не менее, все равно приятно, ребят. Ну что же, на сегодня, наверное, будем заканчивать, закругляться. Потому что больше нам пока делать с тобой нечего. И будем... Естественно, налегать на турнирочку, да, чтобы нам с тобой попасть в Лигу Мастеров 2 звезды и получить сладкие наши награды в виде осколков. Ну, а на этом все. Всем пока, всем удачи и до новых скорых видосиков. Girl, you should wear a name tag. It's too important to be your name. People go insane when you walk by. Girl, you should wear a name tag. You wear a name tag. That's the only way that I get your name.